на первом курсе. Сама я приехала из города Уфа. Вот мне очень нравится учеба, и я активно слежу за спортивной деятельностью моего университета. Раньше я занималась художественной гимнастикой, имею кандидата мастера спорта в художественной гимнастике. Сейчас я занимаюсь больше для себя спортом, я бегаю, мечтаю пробежать полумарафон. Да, я люблю фигурное катание, сама я на коньках катаюсь не очень хорошо, так скажем, не профессионально. Еще очень люблю биатлон и хоккей. Да, мы все знаем, что российские спортсмены всегда показывают отличные результаты в виде спорта. И у вас есть какие-то спортсмены? Я активно болею за наших фигуристок, за Анну Шибакову буду болеть на этой Олимпиаде. Еще мне нравится хоккей, буду болеть за российскую команду. Я очень рада, что Россия сотрудничает с Китаем, что у нас налаживаются дружеские отношения. Я считаю, что культурный обмен – это очень здорово, потому что когда страны как-то взаимодействуют друг с другом, то у нас есть возможность друг другу учиться. И я считаю, что это очень сильно расширяет кругозор, в том числе у студентов, когда, например, китайские студенты приезжают к нам, а российские студенты приезжают к Китаю учиться. Этот обмен позволяет нам учиться много нового. И последний вопрос. У вас есть какие-то ожидания онлайн, Я надеюсь, что наши российские спортсмены, как всегда, покажут наивысший уровень на этой Олимпиаде. Ну и надеюсь, что будет очень яркая и красочная Олимпиада, наполненная теплотой, добром, чего нам так не хватает в наше время, потому что сейчас пандемия, и все сидят по своим домам, не могут ехать. Я думаю, что эта Олимпиада объединит народы и поможет нам быстрее найти общее решение этой проблемы. Спасибо большое, желаю вам всего хорошего, всего доброго и до встречи. Спасибо.